Правительство Башкортостана снизило ставку по ипотечно-накопительной программе жилстройсбережения до 4,95%. Ранее она составляла от 5,5 до 6%. Об этом сообщил заместитель министра строительства и архитектуры республики Егор Родин. Кроме того, теперь программа жилстройсбережения доступна не только в Сбербанке и Уралсибе. К ней подключились Банк Дом РФ и СМП Банк. Напомню, она предполагает накопление средств для первоначального взноса на покупку жилья. Для участия необходимо подать заявление и открыть накопительный счет на срок от 3 до 6 лет и ежемесячно вносить от 3 до 10 тысяч рублей. При этом государство добавляет до 30% от суммы вклада, но не более 3 тысяч рублей в месяц. Кроме того, это поддержание строительной отрасли, то есть у застройщиков есть пул потенциальных покупателей, которые копят. Я рассчитываю, что эта программа будет иметь федеральный успех и будет масштабирована на другие регионы. И, соответственно, как можно больше участников жилстройсбережения будет привлечено в программу в ближайшие 5 лет. Отмечу, благодаря реализации программы жилстройсбережения на строительный рынок региона поступило более 4,5 миллиардов рублей. Ее участниками стали почти 10 тысяч жителей республики. Из них 4 тысячи уже приобрели новое жилье, 6 тысяч еще в процессе накопления средств.